СС-то там кидайте сразу потом. Я в обычке такое сделал. Мастер, сколько уже осколков собрал? Посрать на эти осколки. Хочешь, могу прямо сейчас удалить. Да нет, ты просто так интересуюсь. Сколько? Мастер, у тебя плохое настроение. Или почему ты так не любишь шэм? Нормально, пуфа. А смысл мне с ней, если я буду полгода собирать по 2-3 осколка за рейд нас? Пускай лучше другие собирают, мне посрать. Соберешь ты, другие тоже долго будут собирать. Да блин, он тебе так не горит, на ДПСишься, пушка, как себе пишешь. Чё ты? Всё на... Потом будет гореть с каждой 10 силы, 10 крита, там... С полироли из этих. Так, тушим, это ещё полбеды. Так, ладно, начнём по... Чёрную... А тут без него ДПС хватит, в принципе, на лану. Шансунга берём, нет? Да, кстати. Можно шансонгу, да. Кстати, вопрос пока с умонем. Мы будем травить первых боссов в Зейсе? Первых... Будем. Как удачно. Когда тренируемся всех трех боссов в Зейсе бить, которых мы убивали, соответственно, будем начинать других травить. Мы же их бьем из этой 5, правда? Пати, шансонгу. Он вышел. Он на Вальторе. Ну, хилы серебу хотят. Хотят. Получат. Надо верить. Все, заходит. Недолго как-то я паев кашел. Потом. Какая-то ошибка меня выкинула из игры. Зайду. Пати ему кидай. На... Поплюсовал. Рыба ешь, тут рыба, но уже рыбы нет. Прям все готовы, никто не в кашу, то что квест не взял. Дима, ты завтра будешь? Иди пока быстрее, бери квест. Посмотрим. Давай, бери. Что хотите на завтра? Кару Гер, не хочешь пойти? Ну, давай за место Зулямана Кару Гер поставим. Ох. И все. Кара с нуля будет? Ну да. Ё-моё, карагер. О, вот тут зашел? Одной ручки надо быть. Да, у него потом зашел, да? Нормально, чё. Ну, не смотрите, тогда шансунга такая. Да, он тут уже. Да я тут, но могу выйти, мне, типа, не. А почему чё он постоянно в танке? На трэше, типа. Давай пока. Офнись, просто в инсте офнись и всё. Молопососа засмотрим. Давай. Так, перед пулом этот антифир по обычным головам дай. Офнулся. 3, 2, 1, 0. Я опять в АФК тогда перетаскивать, если надо буду. Угу. Чек на готовность. Дай ему спек поменять. Рыбу поставил на всякий случай, если кто-то не пожрал. Бейстабов дали? Угу.
Чек на готовность. Ну чё? Мопосос. Что, опять вылетел? Да хуй его знает. Раз, два, три, веришь? Ну чё там, погнали. Давайте его только не кусать, а чтоб он не вылетел там. Кулак по шаманам, блядь. Шредер, кулаки раздай. Так, веди! Отчёт на пол. Это было... Ух вы конченые, блядь. Ну чё, скажи то, что это я спулила. Тихо. Стопнули нахуй флут. Пан Сомервилля. Сомервилль. Что пистол? Сомер Вильвиби, пан Маликета. Виби. Потом и трепет шамана. Желание. Все остальные к центру побежали, бегом. Хилам центр оставляете. Ренджу набрали. Мастер аура тени. Рендж набрали. Между друг другом. Читал уже. Про хил рейда. Ауру отдай. Эльрей. Так. Сомервиль. Вайда. Пан. Медвея. Маликет. Эльрея. Виби. Мастерала. Дальше 8 любых ДД кусайте. Это мы трепета обновили. Император Шам вышел. К центру побежали. Ладно, кусит шар пистол. Не давай, не закадывай. Получится — укусишь, не получится — значит не будешь кусать. Джованни гимн. Джованни гимн на хп. Бычья голова гимн на хп. Ренджу отдали.
Сейчас распускаем, дадем Геру в команде. Сбегитесь. Бежались. Блять. Нормально, беги. Геру. А сейчас нахуй сдохну, сука. А-а-а. Убили меня, Геру дали. Ёбаная, блять, лужа. Чё там, ёб... Ты лагаешь вообще, жесть. Да я не лагаю, блять, это лужа ебаная. Ой. Ресом. Чудо лут. Сука, прикинь, вот эта табличка выскочила, которая, ну вот, типа ИГП начислять, а я стою в этой луже. Вот, видишь, налилась как. И угу. Нажимаю отходить, отходите, он мне пишет в эту табличку, сука, вэ, блядь. Говно, блядь, я думаю, что за хуйня. Ой, блядь. Давайте, блядь, кого в ЧС кидать? Кто багруху вытащит? Сколько ДПС рейда на сурке было, кто помнит? Ну-ка, скажи. 245. 5. Микстурка. Дима, прощай. Ты был мне как брат, Земеля. Я к тебе в гости приеду. Это за мной, может? Надеюсь, давай, блядь. Давай, за мной. Ну, у меня будет. Ну, тоже охуенно. Она стоит дохуя. Попробуй. Ну как? Я за 6к продал водненько. Багруха вот 18 стоит. Стой, сука, ролю. Не зачипал, блядь. Танки тут, килы тут. Сейчас, мне нужно сролить вечеринку. И чё, стоять на месте? Важно. Ну кидай. Ролл-то. Да ёбаный, у меня, блядь, вот это говно, что вы там сумку открываете, табличка выскакивает. Ну а чё ты хотел? Ебаш, ГПН. В любой непонятной ситуации, ебаш, ГП. Печенька. Понеслась. ЛР не надо, наверно. Говорить тебе надо? А, это героик? Не-не-не. 4 играет, нахуя ему. Я думал, это обычка, я хотел Т-10 потестить. Тогда Далин. Давно Т-10. Да, да, сопроты. А повелительница льда влились быстро. Мастер ауры на лед. А есть тут люди, которые записывают видео с игры? Есть. Я иногда это делаю, но очень редко. Чем пишешь, микстурка?
Я говорю, есть Void, не я. Кроме Алисы, кто есть еще? Ладно, поставим вопрос по другому. Кто может записывать видео в игре? Для чего тебе? Будет делать. К моменту, когда Лича будет убивать, надо будет записи с хила, желательно с какого-то ДДРДД, чтобы я потом смонтировал музыку. Весело запись танка, ёба народ. Ну, нужно, то есть, высокий FPS, хорошее разрешение. Не надо засорять мусором видео, с танками сделаем. Пусть люди видят, как танчит танхолик в Т5. Хочешь, чтобы люди перестали делать танхоликов, что ли? Да. Кстати, на данный момент я знаю то, что на арте в Т5 танчит только во Фростав. Танхоликов нет, не знаю, как альянс, типа, у меня довольно редкий смысл. Не знаю, это ну, такое, типа... знаешь, что на арде танчит только во Фростах. Вот ну, это ты очень охуево заливаешь. Я всех ДК танков, которые я знаю, они типа говорят, я буду танчить только во Фросте. Расскажите по другой ситуации, они просто долбоёбаны. Какие бы они не были, в какой гибе, блядь, есть состояние. Пускай как хотят, так и танчат, блин. Главное, чтобы не умирали. Ну, типа, я в двух спеках пистанчу. Вообще на каждом боссе свечусь между спеками, но, бля. Разницы особо не вижу. Анхолик это просто так работа, по выживаемости они одинаковые плюс-минус. Ну, потому что, во-первых, это было бы нормально по Фросте, если бы ты наделала нормальную двуручку и прокачала билд, короче. А не надевала две одноручки 226 левел. А чё тебе одноручки не нравятся? Потому что это бред на этот, на просто танки, две одноручки. Алиса, знаешь что, ответь на вопрос. Вот ты когда-нибудь формулы видела расчета агро? ЛПшки? Какого-то скилла ДКшного видела, нет? Не-а. А вот я видел. Я прекрасно понимаю, что расчет идет от урона оружия и от силы атаки. Если ты одеваешь пухи слабее и этим левелом, там меньше статов, меньше будет урона ТП-шки. Основной игрой идет от ТП-шки. Там будет у нее от ледяного удара зависит. Да. И я не знаю, как ты трэш вопрос. Танки не можешь удержать. Не, я могла удержать. Это заебись было, я просто думал, что есть фонка. Вот который взрыв трупа идет, там имбалансное говно какое-то, которое 250 единиц за этот 200 ТП-шек. 10-8. Кстати, нет. Заебись. Анхолик заебись. На... Оно-то заебись, заебись, но я никогда, блядь, у нее в бладе агро не срывал. Столько бью подошел. Блядь, обычку ебаную, блядь. А я просто... Мастер, срывал? Подожди, мастер, подожди. Копье кто подобрал? Киньте, блядь, я валькирию. Не знаю, вот только появилось. Анхолик это я второй срывал. Уже. Смотри, 25 обычку, на. Тухлый. Да, с пула, где у меня не было ни раги, ни хуя. Ну, так я тебе никогда с пула нахуй не срывал. Короче, танчил в БДК своим Т-10, 4 штуки. С меня метис не срывал, так что не знаю, о чем вы говорите. Да, двое на тебя напуливали и трое на него сальву кидали. Нормально. Говорит, с меня винтис не срывал. Так что учитесь. Хорош, хорош. Малюке, давай, Фила. Так, рыбу поставил вам. Алиса слева, Дима справа. Вообще, кстати, я не заметила разницы между фростом с одноручками и с двуручкой по агро. Ну, я бы тебе сказал, конечно, ты сейчас будешь опять ныть и обижаться, так что я на этот счет промолчу, бля. А чё мне ныть? А чё ты зачастую ноешь, блядь? Угадай, просто с нихуя. Так, всё давайте, я давайте, давайте, опустим сию тему. Маликет. Давайте, говорю, опустим.
Если высказывание своего мнения для вас является нытьем, то это не мои проблемы. Маликея. Все, спеклся. Нет, еще ТД. Спекнись в хила, пожалуйста. Он не тут, он на ФК вроде. Как и Хант. Чек на ФК. Ладно, пришел. Уже Шреддер, блядь, печать повиновения я тестил. Маликет. В хила, маликет. Спекнись в хила. Лука, сейчас Мальку давай отлипай. Мальку будешь хилить с... давай с прости. Да и второго шама тоже туда можно посадить. Там два друга и ДЦ. Будете играть с рыцарем, блядь, чаркой на Пушкина. Да, двоих хватит. Ну, три быстрее просто будет. Давайте не втроем, а я тоже в хила спекнулся. Они друг друга еще будут подхиливать. Ну давай, император шам тоже. Летаете как, по часовой против часовой? Сразу говорите. Ну, просто звезда и все. По часовой, значит, летайте. Пускай. Чек на готовность. Звездочка есть. Блять, не отвечает. Чё-то на пол. Да. Может, написал корону. Не испулила это Эйвинар, как обычно. Да, блять, помолчи. Давайся. Я тебе хочу так говорить. Чё вы начинаете? Это просто всё говорили. Сука. Топник. Это въебу сейчас, блять. Разгром слева. Зим тут. От каждого толстяка каток. У нас еще клыкач есть. Из-за двери. Подавителя. Подавителя. А чё Малькет не через локов хилит? Ну ладно. Потому что он для вспышки света хилит, чё-то не ползает. В героине работает? Разгром слева, стопни флот. Подожди.
Подойдите. Разгром справа далеко. Ларей еще меня кольцо заберет. Типа тяну, пусть упадет сначала. Два кольца сейчас упадет. Топор уже 2 месяца не падает с кораблей. Подойдите. Стоп, отошли от сундука. Отошли. Отошли от сундука. Клыкач, заходи, лутай сундук. Блять! Сказал Лена, отойдите от сундука. В чем проблема? Нет, меня не слышно? Лена, открывай. Меня дома высадил. Я же говорил. У тебя дом такой есть? Если у кого-то стоит этот мастер-лутер, то тот, кто лутает, высвечивается другим людям, у кого есть этот аддон, кто лутанул. Но только если у них есть аддон. Ну чё, на Синдру идем? Конечно, ну вы хотите? Я могу и убить. Пошли, конечно. Давайте кто-нибудь ДЦ обычай голову в холле проста. Танки рулим. 10% надо кому-то. Да нахуй это кольцо гам. Ну алё, забирайте медведь. Чё за ряд-то не кольцо? А ты сыните. А, ну забирай так. Чё, кому? Медведь. Тебе точно не надо, потом его заберешь. Нахуй мне надо. Как нахуй? Только ваше. И без этого нормально, блядь, встанешь. Так хоть хп больше будет. А чё слона упала, я просмотрел. Говно три нет. Ну привяжись за кем-то, где? Все, все здесь. Заходим. Заходим. Ловим танки. Ловим, дали поставить. Чё? Бьём. Групповую поставь.
Дима, справа или слева? По левым играем. Еще мелкий. Смотри, вот ты бежишь, собираешь, кто там бежит, кто это? Виби. Вот смотри, ты бежишь, собираешь, экстурка уже войско кастует. Лисы, когда мобы придут, набей и трупы начинай взрывать. Теперь лисы войско кастует. Подводи, подводи, подводи. Ваня. Осторожно, свой если свой. Вообще не лагает. Еще могу. Только вот что-то слишком. Thank you.
Вперед. Бейте, бейте, что стали-то, бьем. Алло. Что, молитесь на него, что ли? Ну зачем ты повешал обратно? Чулан, бедняга. Просто тлут убирали, сука! Тень! Вышли, Кокс, блядь, вышли оттуда! Бегу, бегу, бегу! Ебать! Кокс, тот! А вот мои 65, блядь. Там где кто где там его пройду морф из какой-нибудь есть. На лестницу. Вот, блядь. Посыпалось. Я же забыл, что у меня тут кофе стоит. Угу. Я тоже, бля. Так, ну чё? Чё делаем? Ну, вначале надо добрать Шацунга, он рыбака сейчас. И кого-то ещё. Ну или хотя бы Шацунга посмотрим. Тут тактика как в 10 гер, типа, да. Дамажит АОЕ, вот это освобождёнка. Филшар, значит, давай что там посчитаем. Так, значит, сколько было? 3600 с профом, да? Потом что, совет 400, Илана сколько? 400, Илана 800, да? И Валя. Это получается... 4800 плюс валили 400, 5200. За 10 боссов сосчитай, плюс 400 ИП. За убийство. 5200 получается. Ну вот, начитай. А я ей начислил до этого? Ну, сейчас я гляну. Да. Вон она. Так. Где это? Так. 2600 плюс 2600 будет 5200, правильно? 2600 плюс 2600 будет... А, да.
Да. А почему фальшер заменили? Ну, типа кинули. Лагает у него на Синдре напротив. Я тоже. Так, Шинсунга перетащим, чтобы там не расслаблялся в РБК. Шинсунг, ты тут? Да, я тут, я же говорю, РБК. Ты там не расслабляйся в РБК, давай уже тактику до Синдры вспоминай. Я тебе притянул, буду сейчас рассказывать. Нам нужен другой ДЦ, а я спекнусь в холик. Другой, говоришь? Нет, останься. Шерп пистол в холик. Сомервиль шарит. Нормально. Да просто разойти. Тут вам, блядь, сапроты хоть немного помогут. Сапроты 100%. Ты сейчас увидишь, как люди начнут стакать нахуй взрывы, блядь. Да, успею, рассказывай пока. Давайте. Каких 15 стаков, 10 стаков в ваншоте. Thank you.
Ты хочешь шахматом? Тут, блядь, на 6 человек хватит этого места первой ступени. По две. А, все, все, все. Я проебался. Не-не-не-не-не, убирай, я зайду посмотрю. Аспер, Далин, Виби, Чулан. А, нет, Виби не давал еще. Император Шам, ты не будешь умирать от притяжки? Ты же говорил, что у тебя проблемы с этим. Умрет, получит понял. ГП, и этот, как его. Сегодня будет заебись. Виби не раздал. Тайгр не раздал. Ярости недостаточно.
Биби дал уже Мосин. Дайгрин дает начало на, все нормально. Сопроты больше никому не нужны? Ну, заебись. Нахуй. Можем рыбу поставить. Выдай сопрот. Для начала. Нахуй, все, сопрот не выдаю. Мне без него страшно. Мне хилу уронят. Блять, я вот это линковал вам нахуй, ёбаный рот. Говорил, сопрот нужен, мне нужен. Чё, блять? Я отходила. Ну, молодец. Вот, нет, даже не рассказывай. Вот сейчас, блядь, вайпнет нахуй, получится. Зачем вы, еще 101 раз линканул тебе, чё? Сука, суть не в этом, суть в другом, нахуй. Тут это бычки танком вообще нихуя не отличается. Блядь, при чём тут это? Сопрот нужен кому-то? Квадрат. Бегом. Значит, есть. Все. Все, у всех. Сказывал, есть. Что когда если не стакали стаки, выбегаем нахуй с рейда и взрываем стаки не в рейда. Просто связи с танки будут одевать или нет? Как?